В рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий проводятся рейды по выявлению нарушителей среди мотоциклистов. Проверяют и водители авто, трезвыми ли они садятся за руль, по ГОСТам ли у них тонировка, есть ли в салоне детские удерживающие устройства, бдительны ли они на дороге, в том числе по отношению к мотоциклистам, которые нередко попадают в слепые зоны. Евгения Николаева за рулем мопеда уже 10 лет. Любовь к мотоциклам у девушки с детства. В теплую погоду предпочитает передвигаться на двухколесном транспорте. Говорит, это намного быстрее, и каждая поездка вызывает непередаваемые эмоции. Хотя своя ложка дегтя все же есть. Не все участники дорожного движения бдительны. Большинство автомобилистов не видят мотоциклистов как препятствие, потому что мы маленькие, фара одна, и вот... То есть они могут ехать в лоб и думать, что это, ну, то есть не видеть как препятствие, поэтому приходится маневрировать. С наступлением теплой погоды водителей двухколесного транспорта на дорогах становится все больше. Поэтому сотрудники госавтоинспекции каждую неделю устраивают рейды. Тоже на мотоциклах, чтобы в случае неподчинения можно было догнать нарушителя. Проверяют водителей на трезвость, наличие документов и соответствие транспорта техническому регламенту. В ходе рейдов масса нарушений у водителей мототранспорта, но в основном это отсутствие полюсов ОСАГО, технические неисправности. Надо корректно вести на дороге с другими участниками дорожного движения. Заблаговременно показывать сигнал поворота, предупреждать о своих маневрах. За время рейда сотрудникам госавтоинспекции удалось выявить 3 нарушителей, в том числе Павла Прыткова. Молодой человек без страховки и с неправильной номерной рамкой, которую легко можно спрятать от камер, передвигался по дорогам Самары. Павел заявил, что купил мотоцикл недавно и просто не успел привести в порядок после прошлого владельца. Времени нет. Сам я как бы не складываю номер. Я по правилам езжу. Страховые компании нас не хотят страховать. То есть они всячески препятствуют. Это надо день потратить где-то. Прям приехать на весь день в страховую и высиживать. По правилам дорожного движения мотоциклист обязан находиться за рулем в экипировке. Шлем должен быть застегнут. Также необходимо иметь полный пакет документов и права с категорией, разрешающие передвигаться на двухколесном транспорте с указанным в техническом паспорте объемом двигателя. При этом ехать на мотоцикле в любое время суток и в любом месте нужно с включенными фарами. Это привлекает внимание других участников движения.